4 августа 2018 год, Харьков, улица Дружбы Народов. Что в Украине хорошо, так то, что здесь дворники сметают абрикосы с тротуаров, дабы не мешали ходить. Спальный район. В августе месяце шпанка. Никто ее упорно не рвет. Прям хоть самому залезай. Да шпакуй. Это остановка автобуса. На остановке автобуса у нас шпанка. Я не знаю, яблоки видно, не видно. Мне отсюда видно.